теперь и будь счастлив. Женщины к гробу поутру спешили, но они его там не нашли. Там у той гробницы плакала Мария, ей поверить не хватало сил. Звучит благая весть, Спаситель жив, Он дал тебе и мне новую жизнь. Звучит благая весть, Спаситель жив, прими его теперь. Это было в первый праздник воскресенья. Он стоял среди учеников и смешал. Счастлив. Господу сегодня открой сердце двери, пригласи его, и он войдет. Отчего ты плачешь, почему не веришь? Ведь тебе он счастье принесет. Спаситель жив, прими его теперь и будь счастлив. Слава Богу.